теперь сходитесь. Господа. Господа! 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 Вы звери! Нет! Ну что, все? Починили-то? Конечно, все, вот все нормально, все на ходу, все работает. Ну сколько с меня? Ну давай прикинем. Смотри, замена масла 800 рублей. Диагностика двигателя 1500. Замена свечей 2000. И операция по удалению аппендицита 3000 рублей. О, все нормально? Ну вот, видишь. Итого считаем 7300. Ну, 7. Не надо округлять. Заезжай, если чего отрезать надо, все дашь. Знаешь, да? Здравствуйте. А? Вам помочь? А, да. Помогите, пожалуйста. Эй, мужик! Издержки профессии. Дорогая, сегодня у нас с тобой знаменательное событие. Мы уже 3 года вместе. Но прежде чем мы поднимем наши бокалы, я хочу тебе сказать, что я приготовил тебе небольшой сюрприз. И он находится у тебя в бокале. Ой, неужели, дорогой, наконец-то? Я так давно этого ждала. Ты знаешь, а я тоже сделала тебе сюрприз. Mm. И, кстати, он тоже находится у тебя в бокале. За тебя. За нас. О. Ой. Ой. Девушка, девушка, дай мне что-нибудь такое, чтобы в стиле Стивена Кинга, чтобы мурашки по коже, чтобы я просыпался в холодном поту, чтобы волосы дыбался. Я вас поняла. Вы подождите одну минуточку. Я жду. Я вас поняла. Вот что вам нужно. Спасибо. Здравствуй, дорогая. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Мужчина, вы кто? Как кто? Муж твой. Так, мужчина, немедленно покиньте мою квартиру, то я сейчас вызову милицию. Зин, ты что, с дуба рухнула? Какая милиция? Я твой муж. Так, я сказала, уходите. Сейчас придет мой муж, и он тебя так урежет. Зин, ты что, опупела? Так, уходи, сказала, уходи. Че выложил? Андрюша мой. Андрюша. Моя радость, видишь? Моя радость, и ты принесла. Че, не имею права, что ли? Моя хорошая. Я чуть-чуть. Так, меня больше так не пугай, слышишь меня? Не пугай меня так больше. Солнышко мое домой пришло. Кушать хочет солнышко, да? Кушать хочет моя радость.
Алло, привет, это я. Ну, что сегодня взять? Апельсинов? Нет. А тогда, может быть, бананов? Не хочешь? А может быть, клубнику? Давай клубнику. Ага, договорились. Я клубнику беру. Да. Девушка, мне, пожалуйста, презервативы с ароматом клубники. Варшавский тракт пролег до Ливингстона. И как-то раз по этому пути машина газ груженая бензина, мой сина решила 130-й обойти. Машина газ груженая бензина. Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела, и в старом парке музыка играла, и было мне тогда. Вижу. В сером доме он. Рядом стройплощадка. Цифры на доме вижу. 18. А, военкомат Ленинского района объявляет вам благодарность за содействие. Госпожа Лилия, а что вы скажете насчет вот этого призывничка? Объявляю вас мужем и женой. Молодожены, поздравьте друг друга. Ну что? Веселитесь, гады, да? Не ждали? Сейчас я вам устрою праздник, а? Что? Спокойно! Спокойно все! Играй, давай! Давай, играй! Что ж ты, Ленка, не дождалась ты меня, а? Так вообще-то она же не Ленка, она Настя. Четвертый ЗАГС уже перепутал, а? Интересно, а где ж тогда мои гуляют, а? Так как отец сможет обеспечить ребенку все необходимые условия для проживания, суд выносит решение, что ребенок остается с отцом. Господа, это просили вам передать вот те очаровательные дамы. Ну, это же просто... Достали, я не говорю. Ты им передай, что мужчины уходят. И пусть бутылки теперь открывают сами, ладно? Мы все-таки мужчины, правильно? Служба психологической помощи, добрый день. Помогите мне, пожалуйста, я умираю, я сейчас умру. Сделайте что-нибудь. Успокойтесь, пожалуйста, я вам помогу. Не вешайте трубку. Что у вас случилось? А, девушка милая, пожалуйста, не вешайте трубку, я попробую вам помочь. И говорите со мной. Девушка, я нашла точно такое же платье на рынке со скидкой 20%. Записывайте адрес. Дальневосточная 8. Все нормально. Надо только масло поменять. А на что поменять? В каком смысле, на что? Нет, ну вы сказали, масло надо поменять. Я спрашиваю, на что поменять? На масло. И чушь какая получается. Масло на масло. Это же масло масляное.
Это тавтология, молодой человек. Чего? Давайте, знаете что? Я вам немножечко денежек доплачу, а вы мне масло поменяйте на что-нибудь другое, получше, да? Ага. Уходим, уходим. Ну сейчас, милый, еще 2 минутки. Не могу же я так пойти? Ну ладно, я тогда пойду люстру пока сниму. Ага. Дай бог, скоро вернусь. Твой навеки. Вова. Чисто хорошо. Во. Вот так. Хорошо, И запомни, Сизый, как только выйдешь, сразу прямиком туда. И не дай тебе Бог. Через 2 года освобожусь я тебе. Ну, ты меня понял. Понял. Садись давай. Так я и так уже сижу. А, правильно, да. Адрес колоть буду. Поставили руки на бедра и делаем. И 1, 2, 3, 4. Молодцы. 1, 2, 3, 4. Молодцы. 1, 2, 3, 4, 5. Быстрее там нельзя никак. Женщина, не задерживаем. А какого, собственно, я здесь стою? Я же ничего не покупаю. Кто следующий? Мужчина, пройдите. Ну что, Ванюша, выучил ли ты домашнее задание? Да. Замечательно. Начни. Сворачивайся так. Вот. Вот. Начни. А ну-ка, закрой один глаз. Хорошо, но что-то не то. А закрой оба. Вот. То, что надо. Но другое дело. Замечательно. Достаточно. И не забудь, Ваня, у нас с тобой завтра очень ответственный концерт на Киевском вокзале. Алло!
стоишь? Никого нет. Ну, дорогая, давай, давай, давай. Нет, я так не могу. Как не могу? Мне все равно кажется, что здесь кто-то есть. Да кто здесь есть-то? Я так не могу. Ладно. Пойдем дальше. Ау! Ау! Значит, вы претендуете на должность секретаря. А вот в графе «Недостатки» вы написали, что все понимаете только со второго раза. А это серьезная проблема, девушка. К сожалению, вы нам не подходите. А, ну да. Я говорю, к сожалению, вы нам не подходите. А. Иванов! Ты понимаешь, что ты наделал? Понимаешь, а? Дети, Иванов, зачем? Зачем ты это написал на величайшем шедевре мирового искусства? А? Вот скажи, Иванов, будущим поколениям очень интересно знать, что здесь был Вася Иванов, а? Величайший творец создавал это произведение, а ты взял и одним махом хоп, и все перечеркнул. Ну? Ты знаешь, какой штраф заплатят твои родители? Да они в жизни столько не заработают. Дети, я... О! Вот смотри! Вот Аньков, Аньков, он может себе это позволить, потому что его папа олигарх. Что, Мария Ивановна? Максик, рисуй, рисуй, солнышко, рисуй. У тебя так получается замечательно, оригинально так, правда, ребята? Прямо срочно его вторую реанимацию. Так, вот, все нормально. А, черт, здесь занято. Давайте в третью реанимацию. Пронесло. Я же говорил тебе, дверь надо на замок закрывать! Не меньше. Эй, не пойдет. Давай 10. Что? 10? Ты в своем уме? 14. Ну, давай ни тебе, ни мне. 12. Хорошо, по рукам. По рукам. Но только без конфискации. Хорошо. Обвинение просит 12 лет лишения свободы без конфискации имущества. Такая вот история. А вообще не любила она его никогда. Да и он ее тоже. Он вообще на ней женился только потому, что она забеременела. Вот, а потом у них сыночек родился, не вертись. Ванечка они его назвали. Да и как-то вообще-то не заладилось у них вот с самого начала. Ну, пить потом начал. На вторую платформу прибыл поезд Москва-Краснодар. Очень приятно было с вами пообщаться. Всего доброго, до свидания. До свидания, счастливо вам. Так а что там дальше? Ну вот, пить он начал сильно. Ну а она что, она же девка молодая, она тут же нашла себе хахаля. Ну и переехала к нему сразу же. А ребенок? Ну а что ребенок? Ребенок у бабушки остался. Не, ну она, конечно, навещала ему пару раз, но... Мы какие, мы злющие, злющие мы какие, да.
Рекс у нас молодец. Рекс у нас боец. Рекс у нас... Знаешь, что мы сейчас, Рекс, сделаем? Мы сделаем апорт. Слышь? Грудь. Вот ты мой хороший. Сидеть. Рядом. 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 Молодец. Молодец. Теперь у нас апорт. Добрый вечер. Что желаете? Здравствуйте. Я хочу чай зеленый с жасмином. К сожалению, чай закончился. Да ладно, Танюш. Не обращай внимания. А у меня для тебя сюрприз. Вот. Это тебе. Как ты любишь, с жасмином. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, еще. Вот, с вас будет 650 рублей, касса там. Угу. Спасибо. А, мне еще нужна пачка презервативов. Молодой человек, если вы заметили, у нас здесь книжный магазин, у нас нет презерватива. Тогда... Вот это не надо. А, да, обидно. Но в этом есть логика. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы родители Андрюши Кайкова. Что он натворил? Что он натворил? Мало того, что он разбил окно, он еще и вытащил магнитолу из моей машины. За год работы я видел много разных учеников, но у вашего какая-то маниакальная склонность брать чужое. Я не знаю, кто привил ему эту склонность,